Всем привет, меня зовут Елена, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас небольшое коротенькое видео ознакомительного характера. Как вы поняли из названия, я поведаю вам 5 фактов о себе. Итак, давайте приступим. Обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будет конкурс. Итак, давайте начнем. Первый факт. Я родилась, выросла и живу в Москве и никогда не была за границей, несмотря на то, что у меня загранпаспорт есть и уже очень давно. Так, второй факт. У меня 2 профильных образования, одно из которых высшее. Третий. Я никогда не была блондинкой, несмотря на то, что в юности я очень часто меняла цвет волос. Четвертое. Мой первый поцелуй был в детском саду, и я помню этого мальчика до сих пор, и помню, как его зовут. И последнее, 5. Я перфекционистка до мозга костей, особенно в работе и в творчестве. Итак, друзья, это были 5 фактов обо мне, которые вы узнали. Я думаю, что было интересно. И давайте же перейдем к конкурсу. Условия таковы, что под этим видео вы должны оставить комментарий с вопросом. То есть, что вы хотите узнать обо мне, может быть, что-то еще вас интересует. Может быть, вы каким-то вопросом мучаетесь уже очень давно и хотите его спросить, но все не решались. Так вот, у вас появился шанс. Под этим видео в комментариях оставляйте все свои вопросы. И ровно через месяц, 15 июня, я буду отвечать на эти вопросы и попутно, параллельно выберу среди них один самый лучший вопрос, самый лучший комментарий с самыми интересными вопросами. И тот комментарий, который будет с самыми интересными вопросами, на мой взгляд, и будет победителем. Призом будет изделие ручной работы. Любое из моих работ, я думаю, что многие их видели. Может быть, кто-то не видел, то проходите в мою группу ВКонтакте. Также можете подписаться на Инстаграм. Ссылочки будут под видео в описании. И обязательно участвуйте. Мне кажется, это интересно для нас обоих. И желаю всем удачи. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И до новых встреч. Пока-пока.